Я рад каждому из, кто смотрит нас, эту серию передач «Чудеса исцелений». И мы сейчас говорим о божественном исцелении, потому что Господь поднимает эту тему в России, в церкви. И Дух Святой движется в церквях через каких-то людей, которые говорят: «Да, Господь, возьми, я хочу быть частью движения Духа Святого в России, по всей земле». И мы сейчас с пастором Сергеем из города Саратов, Церковь Слова Жизни, основатель движения «Священники Господа», говорим о божественном исцелении. Пастор Сергей, добро пожаловать. Классное время. Приветствую вас, дорогие друзья. Очень приятно. Спасибо за приглашение. Я верю, что Господь открывает нам важные истины Священного Писания, о которых мы раньше не смотрели в таком формате. Мы как-то, может быть, зашоренно смотрели, как-то вот в каких-то своих убеждениях, каких-то вот твердынях пребывали. Я верю, что Дух Святой открывает нам, дает нам откровение, показывает нам сердце Небесного Отца, показывает нам другое измерение, другой формат мышления, в котором мы можем жить и исцелять больных людей вокруг. Пастор Сергей, а вот что для вас отношения с Богом? Я, допустим, я верю, что Бог есть, я там благодарю Его изредка, или там зайду, благодарю, там прихожу в храм на Пасху, на Рождество, прихожу на богослужение. А вот как понять, есть у меня отношения с Богом или их нету? Так интересно, я какое-то время раньше задавал этот вопрос, причем так принципиально, и большую часть людей, кому я задавал, я как бы брал их врасплох. И люди, они, как бы, знаешь, вот зависали так чуть-чуть, а что действительно такое отношение с Богом. Но я считаю, что это очень важно, и мы можем даже взвешивать, измерять эти вещи, то есть, как бы, ну, знать, вот, что было год назад, два года назад, вот к чему я хочу простираться вот в этом направлении, в отношениях, да? Думать. И на самом деле это личный вопрос, и каждый из нас может его объяснять очень лично, по-разному, но он должен объяснять этот вопрос для того, чтобы прогрессировать, для того, чтобы духовно простираться вперед. И я считаю, что это важный вопрос, и каждый из нас, он должен лично, ну, как бы... Расти, да, как-то вот в отношениях или как? Размышлять об этом, потому что с теми людьми, вот, когда я сам разговаривал, люди подвисают или какими-то там штампами, шаблонами отвечают. Это тогда, когда я переживаю его присутствие, это тогда, когда я получаю откровение. И кто-то, он, не задумываясь, говорил об этом, кто-то не мог ответить на этот вопрос. Но это преимущественно были лидеры, служители, пасторы. Вот. И тогда я делал вывод о том, что я всегда считал, что это один из главных вопросов вообще верующего, рожденного свыше человека. То, что это актуальный вопрос, что мы познаем, двигаемся в Боге, вот, отталкиваясь от этого вопроса. И когда я говорю об отношениях с Богом, есть разные, здесь много критериев, но главное — это Его любовь, это переживание Его любви, это посещение Его любви. Это самое главное тогда, когда мы сталкиваемся, и вот это чувство, это переживание, это осознание, причем на всех уровнях вообще, и души, и внутреннего своего восприятия, мы переживаем, мы сталкиваемся вот с этим вот вопросом. Я люблю Бога, Бог любит меня, и Библия очень много об этом говорит. А если вот, ну, у человека, допустим, есть, ну, какая-то молитвенная жизнь с Богом, но вот он оказался в какой-то стагнации, где-то вот, ну, вот, в каком-то тупике вот в отношениях с Богом, и вот он никак не продвигается. Вот что-то могли бы мы ему советовать, рекомендовать, как вот, ну, на самом деле возрастать в отношениях с Богом, если у тебя вот какой-то происходит какой-то тупик, какой-то вот какой-то стопор в отношениях с Богом. То есть человек говорит, что вроде отношения с Богом есть, но я не расту.
они вот были как 5 лет назад, так они и сейчас. Вот. А как расти именно? Я не знаю, как расти. Я знаю, что человек или удовлетворен, или нет. И вот это переживание, вот это чувство состояния неудовлетворенности и продвигает нас в этих вопросах. Библия говорит в Откровениях в 3 главе о том, что Бог переживает за нас тогда, когда мы удовлетворены, тогда, когда человек говорит «я знаю, я богат», и он как бы стабилизируется вот в этом состоянии, где, теряя какие-то вещи, какие-то переживания, он становится вот такой, знаешь, в таком усредненном каком-то состоянии. И я это называю негативным таким отношением, когда вот человек говорит, ну вот я уже достиг, или ну а что я пробовал, у меня не получается. Вот я молился, вот я постился там 5 дней, и вот ничего не происходило. Как вот какие-то ожидания у человека, и он сталкивается вот с каким-то негативным опытом, останавливается. Сколько людей сегодня в исцелении остановилось благодаря тому, что он попробовал раз, два, кто-то умер, кто-то не исцелился, и люди даже призваны вообще в это направление, они сходили с дистанции, и это грустно. И вот это состояние неудовлетворенности, что, вот почему кто-то переживает это, а кто-то оставляет вот эти вещи. Я не знаю, с чем это связано, но это страшное состояние, когда ты удовлетворен. Вот что-то должно не хватать, чтобы простираться вперед. И мы, конечно же, должны праздновать, конечно же, должны радоваться, когда мы достигаем каких-то вещей, но мы должны двигаться дальше. И я думаю, что пробуждение и все великие вещи происходили тогда, когда человек, он простирался вперед, он, ну, не был удовлетворен. Но это мое мнение. Пастор Сергей, ну вот когда человек начинает действовать и пробовать исцелять, ну молиться за людей, и вот как-то занимает активную позицию в вопросе исцеления, и вдруг он сталкивается с тем, что результата нет, или не так получается, как он ожидает, кто-то не исцеляется, где-то он терпит поражение в вопросе исцеления. Вот почему люди разочаровываются в итоге, останавливаются в... Даже если они призваны, как вы сказали, в сферу исцеления, но они остановились. Прежде всего начал преобладать негативный опыт, и это давление. Когда человек берет истину, но видит какие-то другие результаты. И это первый момент, сам негативный опыт, негативное мышление. Ну, как бы давить начинает, да, вот это? Если мы двигаемся из отношений, если мы двигаемся из духа, то ты продолжаешь сострадать и платить цену. Если ты двигаешься из-за того, что, ну, преобладает метод или какой-то подход, ну, тебе показали, вот так исцеляй, и ты двигаешься, то в этом случае ты можешь исцелять, а можешь нет. И когда вот ты находишься в таком состоянии, то негативный опыт тебя подавит, он подорвет. Ну, то есть ты сойдешь быстро. Поэтому сегодня люди, они могут молиться, могут не молиться, они не видят эти нужды, которые окружают их, или, ну, видя, они как бы перепрыгивают, проходят мимо. Это не из-за того, что он верит или не верит даже в исцеление. А вера, конечно же, это следствие мышления, а вот что мы знаем, как мы знаем, вот в этом направлении. И поэтому, что... Когда мы говорим о божественном исцелении, мы говорим о его любви. Вот что нас выталкивает. И когда вот ты в этом состоянии, вот в этом тонусе, то ты продолжаешь свой путь. Ты продолжаешь свой путь. Ты знаешь, так интересно, когда вот был такой переходный период, когда у нас было служение исцеления, и Бог начал вот как бы
давать вот эту такую большую картинку, и я почувствовал, что мы должны начать вот это движение, когда не просто служители, а волонтеры, и тогда, когда это уже касается не просто специальных каких-то людей, а что это для всех нас, что вот эту идею нужно развить, что нам нужно вместе, вот в одном, нам нужно как бы договориться, как мы будем объяснять, смотреть на этот всей вопрос. Церкви, да? Всей церковью, да. Потому что настолько было разрознено, хотя мы были настолько активны в этом направлении. Мы там ходили по больницам, там была большая команда, но тем не менее люди были разрознены в этом вопросе. И знаешь, вот когда я решил, было вот день такой, когда мы наметили вот это служение, где я объявлю, где я скажу о том, что Бог вот показывает сейчас такую стратегию. И знаешь, пришло много людей вообще. Стратегию священников? Да. Движение, да, священников? Да, да. И собрались люди. И я начал там задавать вопросы и спрашивать вот одного, второго, третьего, зачем ты сюда пришел? И большая часть людей, они поднимали руку и говорили: о, слушай, я так вдохновлен, я хочу двигаться, научиться двигаться в дарах. Другой говорит: я хочу, вот знаешь, выйти на другой уровень в этом направлении. Третий говорил: я хочу там исцелить свою бабушку. И в принципе, то есть как бы, ну, хорошие вещи. То есть я настолько был вдохновлен вот этим откликом, вот этой идеей, что мы должны распространить, мы должны насадить вот эту культуру, что мы должны охватить все тело Христа. Это связано с пробуждением, чудеса и туда-сюда. И я был вдохновлен. И представляешь, в этот день ночью Дух Святой, Он просто будет меня. Я просыпаюсь вот просто вот от такого переживания, где Он показывает мне это собрание. И Он мне говорит: мне не нравится это все. Мне не нравится. Я: как не нравится? Там так прошло, я так был вдохновлен. Ну ура, люди приняли, там мы наметили цели, планы. И он говорит: мне не нравится. Я: что значит не нравится? Почему? И он мне показывает 1 Коринф 12 главу, конец главы, где он говорит: вы все призваны. Один, кто-то апостол, кто-то там управлять, кто-то двигаться в дарах. Причем, знаешь, и пятигранные служения, и дары, и служения, все вот в одну кучу апостол Павел собрал. Mm-hmm. И потом там написано: не имеете, потому что не ревнуете. И ревнуйте о большем, ревнуйте о дарах больших. А я никогда не понимал, я понимал это, но понимал вот то, что мы должны ревновать. Ревновать о своем призвании, ревновать о дарах, ревновать, вот, чтобы двигаться в дарах Духа Святого. Да и аминь, да, Писание об этом говорит. Но если говорить вот об этом месте, то эта идея или вот эта мысль, она продолжается. 1 Коринф, 13 глава, где он говорит: ты можешь иметь все дары, ты можешь иметь всю веру, но если ты не ищешь меня самого, то, знаешь, у тебя серьезные проблемы. И тогда я понял, что все эти люди, они хотели продвинуться в вопросе исцеления, в вопросе даров. И на самом деле это ничего нет в этом плохого, но Бог хотел дать другой контекст, и Он дал нам его. Он говорит о том, что движение, о котором я говорю, которое я открываю тебе, это близость со мной, это моя любовь, это я сам. И вот это, когда ты находишь меня, это выталкивает вот эти отношения, вот эту любовь, вот это сострадание, вот это смирение. Мой дух выталкивает тебя в призвание, в дары Духа Святого. Потому что методы, подходы, все это надстройка, в основании Он сам. Но если мы меняем эти вещи местами, то тогда ты можешь исцелять, а можешь нет. Если ты двигаешься через метод, если ты двигаешься просто в своих дарах, знаешь, много мистического тогда приходит в божественное. Это не божественное исцеление. Тогда он говорит: я не знал вас. Мы исцеляли, мы освобождали. Нет, мне не нравится. Я хочу, чтобы это было через мое сердце, через мою любовь. И вот движение, у нас видение звучит таким образом: исцеление через отношения с Богом,
мы исцеляем через то, что Он в нас, и мы хотим являть вот эти вещи. Его любовь в нас, да. Что его мы отталкиваемся из-за любви, да, от любви. Да. Не от даров, а от любви. Да. Не ты знаешь, метода, можно двигаться через метод и тренироваться, набирать обороты. Я даже однажды сделал, и я не говорю, что это хорошо, в парке мы молились за больных. И знаешь, я посадил там на лавочку одну женщину, вытягивал ей короткую ногу, и там проходил пьяный парень. И вокруг меня уже было несколько человек, и он подошел, он открыл рот, когда он увидел, что перед глазами происходит. Ее нога вытянулась, да? Да. Она была разных размеров, да, 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 по длине. Да, да. И она так вот, ну, искривление такое было. Да, диски. Это было явно, видно. И вот Бог, Дух Святой, стал на место это все восстанавливать. А он это увидел своими глазами. И знаешь, у него челюсть просто вот отвисла вот так. И знаешь, что я? Я говорю, хочешь, прямо сейчас ты будешь делать так же. Он не рожден свыше. Он просто шел пьяный по улице. И там были еще женщины. И я собирался за них молиться. И я сажаю очередную женщину, и у нее также была вот разница. Я говорю, приказывай ноге. И он настолько вот был впечатлен, он настолько вот как бы был открыт к этому, и он начал вот двигаться. И нога встала на место. Он уверовал в метод. И Бога здесь не было, Бог здесь ни при чем. Только я исцелял от того, что это было побуждение от Бога, а он исцелял. Он просто увидел, что я так делал, и он начал повторять. И когда мы копируем, это работает. Но это не будет основанием. Это не божественное исцеление. Но мы говорим о божественном исцелении. Мы говорим о сердце Христа. Он исцелял, потому что он говорит, «Отец со мной, Отец со мной». Поэтому, когда мы говорим о божественном исцелении, мы не можем говорить о служении исцеления. Мы говорим о Евангелии, мы говорим о радостной, о благой вести, которая для всех. Я говорю сейчас о церкви. Мы несем это. Мы ученики Иисуса Христа. И мы призваны делать дела, которые делал Иисус. Аминь. И Он идет через нас по этой земле, по нашим городам и делает эти дела через нас. Как если бы он был в нашем городе. Угу. Спасибо, пастор Сергей, очень вдохновляет. И я просто очень благословен. И мы благословляем и высвобождаем тоже силу Божью для всех, кто смотрит нас. И это прекрасное время. Пусть Дух Святой активизирует в вас божественную любовь, которая воплотится в дела Небесного Отца через вас, через ваше служение. В ваших городах, в ваших церквях, больным людям, нуждающимся людям. Да, Боже. Царство Божье внутри вас, дорогие друзья. Да, Господь. Мы будем рады видеть вас еще. До скорых встреч. Будьте благословенны. Весной 2018 года я поднимал тяжести и сорвал себе спину. До этого никогда не испытывал таких болей, которые были в моей спине. И мне это очень мешало. Мешало передвигаться, мешало работать, даже мешало управлять автомобилем. Когда я крутил головой, это все отдавалось мне в спину, отдавалось в поясницу. Это было на протяжении, наверное, недели или двух, и тот дискомфорт, который я ощущал, уже порядком мне надоел. Я обращался к врачу, врач выписывал мне целую кучу лекарств, каких-то мазей, которые абсолютно мне не помогали, боли не проходили. И вот мне пришла такая мысль. Мне надо пойти в комнату исцеления, чтобы за меня помолились священники. После воскресного собрания я поднялся в эту комнату, дождался своей очереди. Люди возложили на меня руки, помолились за меня. И внутри меня пришло четкое осознание, что Бог исцеляет. Бог исцеляет меня прямо сейчас. Боль не прошла.
Но на следующий день я начал чувствовать себя лучше, а через 2 или 3 дня боль ушла совсем. Бог исцелил.